Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, братья и сестры, всех приветствую, благословляю именем Господним с нашей Киевской архиепископии и с Киева самого города. Здесь проходят наши богослужения в арендованном помещении возле станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Вот здесь сегодня сейчас такое оформление, идет ремонт, как вы видите, да, еще есть окна вставили, хорошо такие, уже евроокна, вот так вот, здесь рядом метро, в общем-то, удобно этим как раз, можете даже посмотреть, наверное, покажу, если получится, покажу. Вот там уже как раз, собственно, станция метро, да, видно, да, буквально в двух шагах здесь, вот, и ремонт таки закончится, я думаю, уже скоро. Вот, окна, самое главное, поменяли здесь, немного привели порядок какой-то. Вот, так что, но молитесь, конечно, друзья, продолжайте молиться. Значит, а кто имеет возможность такую посодействовать, посодействуйте, чтобы у нас было свое помещение. Арендовано это хорошо, конечно, но слава Богу за, значит, что имеем такую возможность собираться вот в помещении таком арендованном. Но, конечно, хотелось бы свое помещение, вот, и оформить его как раз под храм уже православный, вот таким образом. А сам зал у нас вот такой, здесь лавочки выставляются, вот сейчас таким образом все, значит, выглядит, да. И, да, как видите, помещение в таком вот виде. Вот, наверное, такое важнейшее здесь преимущество этого помещения того, что оно прямо возле метро находится. Вот так вот. Это улица Леонида Первомайского, 6, предприятие УТОС, общество слепых. Здесь по воскресеньям наше арендное время с 9 до 12 часов. Вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. Сегодня я здесь проповедую, в нашей архиепископии, здесь сегодня 11 число февраля, вот, но уже после служения еду во Львов, и всю неделю буду там, вот так вот. Так что следующее воскресенье здесь будет уже служение без меня, наш благочинный будет проводить собрание. Вот, а следующий, получается, через, уже буду снова здесь. Так что благословляю вас всех, дорогие друзья, во имя Господне. Да, и напоминаю номер мобильного телефона 096-96-266-75. Этот номер мобильный я включаю при таких трансляциях, прямых эфирах. Вот, и этот номер Киевстар вы можете пополнять с любой точки Украины и тем самым не только молитвенно, но и финансово участвовать, получается, в моем служении Господу в этих поездках по всей Украине. Да, пусть Бог благословит вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Боже, благослови Киев, благослови Украину во имя Господне. Благословляем, да? Аминь. Молитесь, друзья, о духовном пробуждении здесь, в Киеве. Пусть оно расширяется, распространяется все далее и далее. Во имя Господне. Аллилуйя! 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 Благословляем Израиль! Благословляем Иерусалим во имя Иисуса Христа, благословляем Украину и всю нашу истрадавшуюся планету благословляем. Аминь, аминь, да, благословляем во имя Иисуса Христа, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ему вся слава и хвала нашему Господу, Спасителю нашему, Иисусу Христу. Иисусу слава, Иисусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святому. Амінь.
из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия.